На днях заместитель главы Дмитровского городского округа Алексей Ионов встретился с жителями деревни Ковригино и соседних населенных пунктов. Темой разговора стали работы, проходящие на территории бывшей воинской части, расположенной неподалеку. Состояние находящихся здесь ангаров неудовлетворительное. Они представляют опасность для граждан. Поэтому Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области включил эти сооружения в перечень недостроенных, аварийных и самовольно возведенных объектов, которые подлежат сносу. К ангарам ведет восстановленная армейская дорога, проезд по которой с недавних пор перекрыт шлагбаумом. Местных жителей волнует дальнейшая судьба территории, и они внимательно следят за происходящим. Алексей Николаевич, сегодня посетивший объект, заверил, поводов для беспокойства нет. Он обратился ко всем заинтересованным гражданам, еще раз опровергнув слухи, касающиеся будущего использования участка, где ведутся работы. Уважаемые жители, мы с вами встречались здесь во вторник. На территории бывшей брошенной воинской части демонтируются аварийные, бесхозные объекты, которые представляют угрозу жизни и здоровью населения. Никаких свалок здесь не планируется, никаких строек здесь не планируется. После завершения работ будет выполнено благоустройство, высажены зеленые насаждения, а шлагбаум мы установили для того, чтобы никто не заезжал в лес и не выбрасывал в этом лесу мусор. Спасибо вам за понимание. Через месяц, когда завершится демонтаж, состоится еще одна встреча представителей местной власти с жителями ближайших населенных пунктов, где граждане получат ответы на все оставшиеся вопросы.